самых любимых женщин ваших вообще во всем мире. А на самом деле, да, сейчас я вам тоже дам красивую свечу. И всех гостей попрошу обратить на вас внимание, потому что как бы не было бы у вас, не было бы этого прекрасного вечера. А на самом деле, если серьезно... А на самом деле, вот если каждая мама, вот каждому сейчас хочу, каждая мама, здесь много родителей сидят, смогла бы произнести монолог о своем ребенке, то он примерно звучал бы так. Все начиналось с 9 недель, когда ходить тяжело, лежать вредно, тебя разносит, бесит и тошнит от этого вида только на булочку. А потом появляются на свет дети и не дают спать. Их вообще почему-то бесит, что родители спят, да? Правильно? К 10 годам, ну не знаю, вы, наверное, смиритесь с оценками, которые приносит ваш ребенок. А дальше в 10-12 ваше чадо признается, что любовь разрушила всю его жизнь. Но дальше история вообще не для слабонервных. Найдется сигарета, подбитый глаз, слезы ручьем и отстаньте от меня. А потом появится вторая половинка. И скажешь, что любит нашего ребенка больше всех на свете. Но зато однажды, я сейчас даже принесу в шкафу, вы найдете свой портрет. Там у вас будут кривые глаза, нос на боку, я не знаю, косоглазие. Вы обнимите эти каракули, прижмете к себе и скажете, что все это стоило. Стоили все эти слезы, стоили все эти муки понять, что ты самая счастливая мама на свете. Ребят, вот все в зале, вот я просто для всех хочу сказать, вот я, как и все, люблю очень эту жизнь. Но больше всего я люблю ту, которая мне ее подарила. Поэтому цените, берегите, вот родители, это самое святое, что вообще может быть на земле. И вот сегодня ваши мамы, они пришли подарить свое тепло и свой домашний очаг. Ведь они волнуются за вас, любят вас больше всех на свете и хотят, чтобы ваша жизнь была самой лучшей. И сегодня ваша мама свой домашний чужой хотят передать вам, чтобы вы долго-долго хранили, он у вас никогда не газ. Так берите вместе, вместе, а другой, как вы пойдете по жизни, будете долго-долго жить вместе. И на глазах всех гостей вот такой вот семейный огонечек раскарается. У всех на глазах. Я сейчас и им несколько слов хочу сказать, прежде чем обойдем бокальчики. Ой, пусть ваш...